Похоже, это дверь. А за ней комната? Огромная комната. Может, для хранения сокровищ? Не тот масштаб. Эвери спрятал бы сокровища в самый хитроумный лабиринт. И хорошо бы его защитил. Логично. Похоже, дозорная башня. Может, оттуда что-нибудь увидим? Давай наверх. Сэр, сюда. Вроде это оно. Какой-то символ. Стрелка компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Стрелка другая. Посмотрим, куда указывает. Давай, лодка прямо под нами. Ага. Может, вниз по веревке спустишься?
Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Ага. Пора. Ладно, штаны не потеряй. Смотри, вон еще стрелка. Давай посмотрим здесь. Неплохая мысль. Наверху что-то вроде блочного подъемника. Только как забраться? Не вижу, как туда забраться. Идем дальше. Уходи. Подожди меня! Хочешь продолжить приключение?
Вижу еще одну стрелку. Большая. Хороший знак. Тайная пещера, лестница, многообещающая. Хорошо, что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Круто же. Кто? Лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Скажи. Ну да. А по-моему, очень круто. Так, мы снова в деле. Так, погоди. Теперь главное не разбиться надо. Эвери нравилось действовать с большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться? Ну, как по-твоему, можно это назвать самым хитроумным лабиринтом? В общем, да. Пойдем-ка, посмотрим.
Надо же. Вход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Фух, что-то много мы таскаем тяжестей и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Дух захватывает. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса. Но не знаю. Как они это построили? О, там веревочный мост.
Подсадишь меня на мост. Давай. Посмотри, что там есть. Ладно. Ну? Тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Сэм, ну что там? Сэм, эй, ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом, на хвосте два психа с целой армией, а теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один, и некому сказать мне, какой я придурок. Так, Сэм, где ты? Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Он нам ни к чему. Идем дальше. Какая искусная работа. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? На что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Сейчас, секунду! Сэм! Все плохо, тут тупик! Вот черт! Ну тогда возвращайся!
Ну, что теперь? Должен быть способ перебраться. Смотри, прямо под нами. Там есть за что ухватиться. Есть тропа! Супер! Сейчас приду! Не сюда. Это круто. Сэм, сюда! Понял. Отлично. Мы на правильном пути. Как никто этого не нашел. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Тут надо спускаться. Осторожно.
Получилось. Это почти самый большой резервуар на моем веку. Где был сам? Я потом расскажу. Давай спустимся. Сэм, вот здесь обойди. Боже мой, вот это да! О, это еще что? Сэм, смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Сэм, смотри, диорама. А это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь, чего ожидать. Прекрасная работа. Сэм, посмотри. Эвери и Тью вершат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Чертежи. Они все выцвели. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Нейт, это же история основания Либерталии. Тут припасы, инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Так что это за место? Что-то вроде штаба. Здесь была придумана Либерталия. И все-таки неужели они это реализовали? Ну да, наверняка. Ты посмотри на это. Нельзя потратить на идею целую жизнь, чтобы потом просто взять и бросить. Да, но жизнь редко идет по плану.
Ну уж нет, 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 нет. Так или иначе, мы туда войдем. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Давай, давай. Тяжело. Ты просто думай о сокровище. Ага, а я пока думаю о спине. Нет. Черт. Ого. Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Ничего себе. Ага, они вращают символы. Это поможет.